Здравствуйте, дорогие зрители, на связи IT District, и в сегодняшнем видео я покажу, как в автоматическом режиме можно обновить, обновить на более свежую версию. Почему я решил это сделать? Да, все очень просто. Сейчас я веду курс по Android разработке за 3 месяца и всех своих учеников обучаю всем новым и только актуальным технологиям в сфере Android разработки. Ну, естественно, все мы это делаем на последней версии Android Studio. Я посмотрел, что у меня сейчас стоит версия 4.1.3, а самая актуальная сейчас 4.2.1 версия. В общем, нужно мне как бы обновиться. Давайте я открою вот этот любой проект, который у меня есть. Что мы, находясь в Android Studio, мы должны файл, настройки. Здесь системные настройки, открываем этот треугольничек, и тут есть update. Update. Кликаем вот тут check no по этой кнопке. Запускается процесс проверки обновлений. И вот нам что, о чем как раз таки говорят, что есть новая версия 4.2.1, в соответствии с чем мы можем обновиться. Кликаем update и enter start. Еще раз. И начался процесс обновления, складываются все необходимые файлы. Это займет некоторое время. Ну а вам, конечно же, нужно подождать. После того, как все скачается, Android Studio закроется, и у вас выйдет диалоговое окно, в котором нужно разрешить доступ для запуска приложения по обновлению. Вы даете этот доступ, затем начинается процесс обновления. После того, как все обновится, у вас запустится Android Studio и выйдет такое сообщение, что теперь у вас Android Studio на версии новой, то есть у меня это 4.2. Некоторые рекомендации по обновлениям выйдут, будет рассказано, что изменилось. Ну, в общем, можете, если хотите, можете почитать, либо по минусу кликнуть свернуть. Давайте теперь закроем проект и кое-что посмотрим. Close Project. 4.2.1. Сейчас у меня текущая версия. Давайте вернемся на сайт. И давайте смотрим. Версия 4.2.1 это текущая. Вот так вот, без скачивания. Если у вас есть уже установленная Android Studio старой версии, вы можете обновлять свою среду разработки. Но если вы хотите стать Android разработчиком за 3 месяца, то я вас приглашаю на индивидуальное обучение. Я вам разработаю специальную личную программу обучения. И по ней вы за 3 месяца дойдете до результата. Если есть у вас уже какое-то понимание разработки под Android, то все это можно сделать даже еще быстрее. Можно за месяц, за полтора достичь отличного результата. Но если вы начинаете с нуля, то вы находитесь в более выгодном, можно сказать, положении, потому что будете изучать только актуальные технологии. В общем, я вас приглашаю на курс. Для записи вам нужно написать мне в соцсети, либо заполнить форму. Я отвечаю очень быстро. Мы будем с вами общаться в WhatsApp в процессе обучения. А на сегодня у меня все. С вами был IT District. Всем пока.